Привет, наш добрый зритель! Мы рады, что ты все еще с нами и продолжаешь следить за событиями университета. И сегодня мы снова покажем вам много нового и интересного. Начинаем! В университете прошло заседание, на котором была подписана декларация о создании регионального микробиологического центра на базе НИУ БелГУ. Участниками события стали начальник департамента внутренней кадровой политики области Валерий Сергачев, ректор НИУ БелГУ профессор Олег Полухин, директор медицинского института университета Владимир Куликовский, а также руководители центров и лабораторий вузов области, директора белгородских предприятий, работающих в сфере фармацевтической промышленности, микробиологии и животноводства. В декларации о создании микробиологического центра отмечается необходимость обеспечить взаимодействие вузовской науки с бизнесом для динамичного социоэкономического развития области.